Please! Экспириенс получай и... Эти там, короче, два хила и все, братан. А ботл нет? Дайте танго фласку в пака, пожалуйста. Я вот курицу куплю, и бейтесь как хотите. У вас Симка. И курица есть. Ну, ладно. Вообще пушка. Максим, тебя только что использовали. Да не. Не. Не, не, не. Пойдем пулить, как видите, как альянсы с нами. Слушай, так мы знаешь, как можем врываться? Знаешь, как можем? Врываться и всех всплеть. Да, и делать просто изнасилование. Устраивать массивные ебли. Ебзи плохо слышно, ребят. Мне уже левый друг. Мне уже, понимаете, мне уже левый дотер эту хуйню шлют, понимаете, которым я даже это не кидал. Вот это ваш паровозик ебучий, блядь. С ягуаром, блядь. Бля, я скинул шарфу, и он мне пишет, что боже, или и ты туда же, бро, у меня для тебя хуёвые новости. А Версута мне скинул вот холодный вот вытри глаз. На фуре написано. Что это такое? Ахура рип. Агионс пятый. Так, сегодня альтаба еще у фризов не было, без хуйни, ребят. Да поставь ты себе бордлес винду, что он ж ты... Он стоит у меня, Андрей, один хуй. А, у тебя стоит? Понял. Да. Один хуй стоит. Стоит, все и... У меня тоже один хуй стоит. Стоит. На все пати один хуй стоит. Ребят, у нас на всю нашу конст пати, блять, один хуй стоит. На весь хутор, блять. О, я крипцов проебал. Правильно, я вам рассказывал историю о воришке Нюксе? Нет, расскажи, пожалуйста. А вот он пришел воровать крипов. Лол, казнить нахуй. Зажали, опа, мансы, блять, ну да ладно. Дам стан перед смертью крипов, но линия запушится. А потом будет щит, опа. Воришка Никс. А, воришка. А чё ж вы там так стояли, парни? Вы что, знали о воришке? Да, ты нам историю рассказал, мы сразу как бы начали думать. Я понял. Лимунчик, лимунчик меньше пота, брат. Да лол, что ли? А Рубик, лимунчик, ебало ему, скраши нахуй. Занимаюсь этим. Санёчек, как там? На свете февраля нормально проходило? Много спайса подарили? О, нормально всё у меня. Я понял. Нормально. Подожди, да, хуяримся, даже, хуяримся. Да. Возвращение воришки. Воришка возвращается. Андрей, ну зачем ты так делаешь? Сладко, Алик. Ой-ой-ой. Во, вообще изи принимаю. Как сладко. Пожалуйста, ты, по-моему, умираешь за это. Блять, не успел щит повесить. Ну так естественно, Андрей знает, там что делать. Кентавр ушел в мид, наверное. А ты серьезно это решил? Ага. Uh-huh. Макс, не надо. Слышь? Тра-т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 а. Не сбивай меня, пожалуйста, в кларите, у меня маны не будет иначе. Блять, ну я попросил же. Андрюх, дай мою кларите. Давай, спасибо. Ну впредь лучше просто не сбивай. Зачем нам это нужно-то? Договорной матч, да? Ни в коем случае. Мы здесь такую хуйню не любим. Чтоб ты знал. Блин, а нам заблочили еще спаун. Ну, еще варды, что ли, кого-то. Может, жору отхуярим? Можно. Давай. А парень, ну закладите меня не пиздить. Не, все, жору, смотри, как развели. Жору не любит, когда его хуярят, наверное, поэтому. Возможно. Так, курица, благо, у нас есть, даже летающая, нихуя. Поэтому себе. Жора вас развел и не подставился. Рубик, а братан, апнешь курицу, как будет бабосня? А у нас уже апнута курица. А у нас Рубик капнет. А, у вас Рубик капнет. Тебе, может, в магазин надо? Мы тебя трогать не будем. Кларите. Не, братан, не надо, не надо, нормально все. Я тут типа... Маны-то нету больше. Ой-ой-ой-ой. Клёвая сыграл? О, ага. Как хуйня, какого хуя курица полетела не на мид первой? Хотя, может, я просто поздний ботл замутил. Ладно. Вот этого. Ай-яй-яй. Сделал! Один удар! Подбочил! Жора, как ты умер! Крипы. Так. Нету ма... Опа! Андрюха! А-а-а! Ай да царя! Сори, отойти не могу еще.
Блять, а пиздатый герой Тусик. Катается так со всеми, хуярит. А давайте попробуем здесь. А что же, по-моему, там все, пошел. Опа! Поехали, мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним. Так, визион, визион даю. До конца гейминг. Манс начинается. Мансы. Опа! Бенч, закончились. Бам, грамотно. И засейвить. Хорошо. Бодя, ну я был на грани сейва. Пак на хосте. Пак на хосте, хорошо. Хорошо, что ты наш пак. Неплохо так. Шеки бари бари хе мари хе. Санёч, как дела? О, у меня отлично, Алик. А ты как у тебя кач? Вообще норм. Сбивай, сбивай ему, гангаем, гангаем. Главное, что ты посейв, ты посейв, ты посейв. Согласен? Гангаем. Опа. Алик, согласен, что главное, что все хорошо у всех? Ребят, этого гангаем? Жука. Вы, по-моему, себя гангаете, ребят. Ничего подобного. Мы разве умерли? Хватит себя гангать. Мы не умерли, мы живем, все в порядке. Логично, логично, да. Заставили Никса потратить ману, все свои средства. Точно, точно. На самом деле, просто я купил ботл, мне нужно тратить ману и хп. Иначе смысла в нем мало. Да, есть такое. Ну вот и все. Ну все, да. Ты купил бы ботл, себе ничего бы не делал, на линии стоял, фармил. Как пак, например. Пол, ошибка нахуй. Ошибка нахуй. На самом деле говорю, АП поставьте, я хочу на медведе 89 тысяч игр играть. Андрей. Спи, адмирал Альберт. Ты успокойся. Слушай, я нажал фотографию этого, ну вы поняли, короче, с лицом Альберта. Бульдожки. Серьезно, я медведя задрачиваю, блядь. Ну вы не в клозиках же, Альберт. Да, в клозиках, ясен хуй. Сверху руна, Альберт, твоя. Такое у меня проблема, блядь. Ни в коем случае. Это маленькая проблема, да? И все. И все. Блять. Ну ладно. Там руну не забрать, да? Бам! Ой, будь здоров, Витёк. Оба! Стрейфанулся, отошел. Оба! 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 Бам! Удары! Шарики летают! Шарики летают! Мы вдвоем с тобой! Шарики вдвоем с тобой мы. Так, атаковать вот этого молодого человека. Ой, как хорошенько-то, братан. Замедляю, как я его. Андрей, я могу выжить, пожалуйста? Нет, нет. Бамс! Я понял, почему, Андрей. Что у меня жизни кончились? Да, у тебя кончились жизни. Понял. Да го. Я что, говорю что-то? Конечно, гоу. Лол, ребят, у меня уже 9. Так, нападение. И... Сейчас будет лететь. Давай! Кропаси! Нет! Я спожал их. Варвас. Есть кого ТП купить? По-быстрому, ТП купить есть, пожалуйста. У него улища включится. Да, действительно. Но Ахурат это не останавливает. Богдан, что творит? Выходит с хардлайна, просто раскидывает по ебалу. Ох, ребят, на этом тускарчике, когда фраги делаешь, так приятно играть. Согласны со мной? Понятно. Все понятно с вами, молодые люди. Молчание, значит. Слышал о том самом паке вот историю? Золотое кольцо! Вы ебаная, сука, гейская парочка, двигс нахуй! Хули мини забыли, блядь! Цыгане и пучи, блядь! Ну, кроме если Санёк там не выиграет игру, уже не выиграет. Слышишь, трек? Что-то вот ты говоришь, клозики задрачивают медведя, ты посмотри на этих субпотных, с них течет, блядь! Мы тренируем соло Металлик. Я хочу тренировать медведя! А чем тебе так нравится медведь?
и будет. Твой персонаж издалека тоже на медведя похож. Смотри, бля, под читом выбежала соска. Получи пизды. Абадон. Иди нахуй отсюда. Не очень-то вежливый, Альберт. Немного вежливости, блядь. Ну что ты за внимание, ёбаный Абадон и нюксы бегают миди, блядь, возле лунаи. Что за хуйня? Лола, эти отборы на Старладдера игрались легче или что? Там не бегали? Вообще изи. Пак, здравствуй. Опа, вот этого. Чё, поднял, да? А дальше чё? Дальше чё будешь мутить? Чё будешь мутить, брат? Опа, Алик, попахивает бедой какой-то, Алик. Ну, вот, трое. Умри нахуй, шуба ебаная. Вообще, похую, я буду бегать фидить. Пока эта игра не закончится, я возьму себе медведя потом. Ах, как сделал-то? И... На ГТП. Ухожу. На ГТП, у них даже вард есть, он видит, что на ГТП. Откуда ты знаешь? Мне кажется, не обязательно. Поймал, схватил. Го убивать нахуй, изи. Да, сдал. Где он? Слушай, он какой-то хитрый. Я же да сдал. Он изи уже. Вол, наезжай, а я уру, и изи походу была. Ага. Не, у него руна инвиза была, но я поэтому и дал даст. Я подозревал, что получится. Можно ливнуть? Нет. Нет. О, я ливну. Не надо. Алик рейд. Не, братан, мне нужно... Я на бат иду, братан, не надо. Ну это просто бред. Лол, ты всего лишь 5 раз сдох. Лол, хз, да. Это же ничто. Так там у снайпера еще... Ого, ебать, у снайпера, блядь, 2300 бабок. Мне нравится, вот когда я не могу выбрать сам себе героя. Почему это? Это меня ограничивает какая-то хуйня. Какая-то кнопка всего лишь, блядь. Да ладно, пак, классный чар. Вообще охуенный против Ланаи. Ну, против Ланаи, может, не самый хороший, конечно. Ну, Абадон и Нюкса я еще-то забыл. Ну и против них тоже, конечно, не самый хороший, но в целом ничего, нормальный. Сейчас заебейсь. Лол, и Медуза против антимага и Никса выигрывает. Что уж там пак-то. Хули ты там стоишь? Давай шлепаться, блядь. Сало на нахуй. Хорошо. Фраг не обязательно снимет. Я и так нихуя не зарабатываю. Давайте над этом электрик сделаем. Блять, вот это ты напрасно сделал. Андрей, дай ему, блядь, просраться нахуй. Электрик! По снайперу! Ну-ка! Ту-ду-ду-дун! Хорошо, сальтуху, блядь! 2 ТП купил на будущее. Парни, я купил, бапнул этот замес косарь, по-моему, никого не убив. А потом он как фарм. Нормально. Тебе летит Альберт. О, все, Бодя, походу. Не, там не убивается. Не убивается, 100%. Все, там изи, смотри. Бам! Да. И вот так вот еще. И вот так вот. И дальше! И дальше, и больше! Легендарный стик, а что ты стик, братан, не прожал? Ну, он, конечно, умрет в любом случае. Ну, нормальный размен, хороший, в нашу пользу, главное. А что курица, блядь, летает, нахуй, в каком-то пиздопортивном лесу? Я курица, бы так или иначе бы сдох, понимаешь? Ну да, ты сдох? Там, там все равно тычка, блядь, одна, и все, пиздец. То есть там все два стика, там не помогло бы. Да, легендарные два стика не слишком когда помогают. Когда даггер-то? Ну да. Не, я не собираю даггер. Так? Это не артефакт, да. Типа два брайсера. Там инвизи темпларка, походу. Барабанчики. Да ладно, кто боится темпларку эту? Вообще я не боюсь, лотар там. Пак только... А, там лотар, да? Угу, и ДД. Лотар и ДД. Кентавру неприятен этот момент. Ну вот, Андрей, я хочу потеть на своем любимом персонаже, не на хуйне какой-то невероятной. Вот я о чем. Да лол, у тебя было 3 хуйни на выбор. Зачем да там хуйня в натуре была невероятная. Какая? Я не помню. Ну вот видишь. Ну самое несуразное, блядь, все было, короче, все два героя. Взял нормально, более-менее. Так, и вот он камбэк. Бам! О. Ага, Бодя, убивать. Бодя, как он играет.
Да, ну, ребят, нам пизда. Мы, если не сможем законтрить темплар ассасин, то нам пизда. Ну, Андрей, у меня сейчас тапки скоро будут. А, настолько все хорошо, понял. В два раза выше темпларка уровнем тебя. Нафидел. Вот этого, слышите, надо нападать. Ничего смешного на самом деле нету. Мне нравится, когда клозики из его уст звучит. Лол, да это стандартные клозики, здесь все потеют как мрази, это ж нормально. Смотри, вот я, допустим, что Витюша сейчас делаю, смотри. Хопа! Виктор, закрыто! Виктор! А ко мне шариком! Ох. А щит, братан, был? Был. А я мог карапат продать, правда, такое. Бам! Больше сейчас много, парни, знаете, что заметил? Историю. Бам! Снайпер работает. Что заметил? Заметил то, что вас много. Не тебя, Жора, а их. Так, ну два суппорта разменялись на двух суппортов. Нормально. Да я на тебя щит вешал, на тебя срезали. Пиздец, ну да, пиздец. Пак, тусик, два суппорта. Ой, у боди проблемки. А, нет. А, да. Пропёрся на башу снайпер. Макс, не нервничай, Макс. ТП, блядь. Макс, не волнуйся. Так нету ТП. А чё, меня закрыли, что ли, здесь, да? Что он встал перед тобой. Переконтрольчик, уру. Так, ребята, на кого будем надеяться в этой игре? У них есть потенциал кэрри, а у нас мало. Я надеюсь, что мы быстро её проиграем, блядь. Ну, если, конечно, ты будешь так относиться к доте, то, конечно, мы быстро ее проиграем. Ну, лол, Андрей, я просто нигде найти место не могу. Он за мной гоняться же будет, это же Санечек. Да, будет. Дело во мне, Алик, а дело в том, что я никого больше с двух ударов не убиваю, как тебя. Ну, такое. Логично. Виктя! Вутя! Постаном. Андрей! Да, размену ну... в нашу пользу! Не, нихуя не в вашу. Наш, Андрюх. Ну, у тебя больше левел, чем у меня был. Ну, а ты умер снайпера. Не-не-не, ничего подобного. Ты кентавр умер, это кэрри наш. А, я понял. С этого надо было начинать. Ну да. О, там снайпер-то с момом. Есть кундульт. А будь что поможет нашему Абадону? Не-не-не, я там умер. Рубик останется, что? Так, и Рубик еще умер. Ох, что творит Мервинг! Сбивает ТПшки снайпер. На моме бежит уже, наверное. Я вам более скажу, парни, за вами бежит темпларка. На моме? А сна нету, да? На хосте. На хосте. Да? Имунчик. Имун, ты за то, что я тебя убил вначале, ты такой злой. Опа! Альберт, втихую! Ты меня убил вначале? Ну, да. По-моему, нет. Или да? Не, я тебя убил. Ты помнишь, ты молил о пощаде еще? А, тогда да. Самое смешное, Андрей, что ливнул не пак. Оу, щит! Я мастафака, ага! Давай, Настя! Фанач сейчас! Доси, пиздец. Сейчас я переведу. Блин, Имунчик, 4000 ну, есть уже? Ну, не надо было тарить, братан, но 5. Я потрал уже. 5, понял. Так, ребят, я к крайностям прибегаю. Бом, давай только ем. Без гема. Гем взял себе. Витюша. Я еще и фидить не буду, между прочим. Тебе как бы и не свойственно. Хотя пиздец, как мне хочется это сделать. Пизду, мне все-таки хочется нафидить. Опа, тот самый легендарный стан. Тинза. 15 секунд льда. Так, байбек, хорошо. Зайду в вендетту сейчас. С ультой, ребят, на комбеках. Без хуйни. Блин, я буду с боди тусоваться. Мне кажется, он единственный, кто может сбить рефракшн темпларки, поэтому... Надо, наверное, потусоваться вместе. Опа!
Все, этот приехал. О, походу реально приехал. Не шутите? Конечно нет. Ой! Следующего, ой. Следующего, снайпера! А как бы их там закрыть еще? Дай сюда, дай сюда. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Так. Так, а давайте уходим, парни. Опа. Парни, никуда вы не уйдете. Бам. А мне можно уйти, парни? Нет, подожди. О. Андрей, стой! Стой! Здорово, пацаны. И вард убить этот тут. Андрюха, ты с гемом? Вот это ты ППЦ. ППЦ, бот. Да, я. Андрюха, ты понимаешь, что сейчас за тобой будет охота, типа? Да, но я не буду ходить один. Я что, нуб, что ли? Если ты даже можешь ходить вдвоем, я чувствую, что... А у нас все нормально, я смотрю. Та-ра-та-та-та-та. Все варды сбил. Пацаны, найс. Теперь темпларка ничего не видит. Давайте ТП. И ничего страшного, что у нее дизолятор. Когда мы будем бить в пятером, она убьет троих. У меня монтаж вроде. У меня нет дизолятора, ты чё? Ну как, а что у тебя есть тогда? Манта. А, точно. Из сеточки выползать. Из всего выползать. А манта не выползает из сеточки. Выползает как-то. Нет, только если это... дожить. Не-не-не. Не выползает. Не выползает? А значит просто у меня манта есть, ребят. Чё? Ну и все. Как бы все просто. Манта это заебись. Да, неплохо. На самом деле, да. Даром. Я его лайк. Гы. А-за-за-за-за. Так, ну вообще, ребят, правильно, гасты это наш выбор. Снёчек, искупаться ну, надо будет. Гема там нет, Алик. Игры искупаться надо. А зачем искупаться, Алик? Воу, пот смыть надо. А я заберу руну? Я ж на не топе, потею, я так плей. Ты можешь забрать? Ты можешь иллюзию рун забрать. Я уже забрал. Я просто вот сижу одной рукой и управляю, потому что мне похуй на игру. Ты там такой... А мне... мне нет, потому что я удовольствие получаю. А ПМ 800 есть? Нет, есть где-то 300. А знаешь, сука, у меня АПМ? Как там посмотреть? Дота АПМ. У меня 139 АПМ. О, как это делать? Дота АПМ? Да. Ага, нормально. Сколько у тебя АПМ? 200. 200? Ну вот, ты больше потеешь, чем я, значит. Я вот так вот буду играть. Я вообще не потею, вы чё? У меня АПМ 14. Он Жора потеет, понимаешь? Я вообще расслаблен, мне так охуенно. А, Жора сейчас заснет. Один клик в секунду. У меня 121. Я кого-то... Жёстче кого-то? Жора. Профессионализм является АПМ, это все знают. Не, парни, у меня 116, парни. Так что... Блин, ты с одного удара, что ли, умираешь? Как так случается? Не с одного, но, лол, я не убежать от него не могу, у меня ж даггера нету, ищи. Че, на топ пойдем? Я левел маленький. Давайте, парень, на топ. Да если ты сразу заснешь там. Так, сплитпуш, давайте, ребят, сможем. Хотя да, кого я обманываю. Надо бежать. Надо бежать. Бежать. И вот вроде бы счет-то такой не слишком-то проблемный, да, но вот. Темпларочка. А дай мне Андрей Дастер, на всякий случай. Давай. На всякий случай. На случай потери гема, например. Угу. Смотри, в общем, такой план. Видим врага, у меня сразу... АПМ вырос на 2 пункта. У меня теперь не 14, а 16. Сразу TP аут делаем. Ну, само собой, сейчас как бы... Запусти туда Frozen Sigil. Frozen Sigil. Так, поехали. Замедляем. Кого? Мы тут... Неплохо. Давай, бей его, бей. Минус армор дал. Ага. Так, а варды бы еще какие-то? Смотри, смотри, нашел. Рядом. Кажется, их там 5. Бегает, давайте успеем, успеем добить. Враки. А мне кажется, это да враки. Да нет там никого, Лола, не наебают вас, ребят. Ловк. Я считаю этих малолеток уже как нахуй. Ловкий наебон, небось, вот так вот в смоке пятером бегают. Блин, а я же там поймал одного. О, пацаны! Бам! Кто заберет Рошана? Так. Так, ну и Санечка там ничего нет. 20-й левак, очень много экспириенса с него получаем. Так ты с иллюзией забирал бы урон. Вот так вот это делается.
у нормальных пацанов. Короче, Сигиль раскачивается, все будет хорошо у нас, ребят. Ага. Альберт, ты главный инициатор в команде. У тебя что? Тоже все будет заебись. Так, ну в топе, смотрите, там он один уже, определенно. Витюша АФК стоит, его нету на топе. А можно, блядь, курицу, блядь, не клацать? Уже 5 минут, уже третий раз я решил кому-то уступить, и вот все, больше нахуй сейчас твой демонер спищу, братан. Вить, неси себя куда. Спасибо, парни. Я аж охуел, ребята. Андрей втянул, блядь. Так, а у нас там мека назревает, да, у кого-то? А, ну... Да, у меня назрела. Только и хорошо. От дефа, парни, играем. Нормально, экспириенс тикает. Дагер, Богдану БКБшечку делаем. Все вот это вот, и потом хуяриться пойдем с ними. Да-да-да, вот ключевые артефакты. Бодя, не стесняйся, мы здесь, мы сейвим. Я с гемом. Ты контроль куру. Может, еще раз туда? Нарфана еще раз, парни. Кто, да. Кто в этот раз будет брать-то? Щит. Чит. ППЦ чит. Опа, вот этого, этот наш. Бам! Попали. Убили. Отрезай. Тип-аут. Давай, ну, нахуй, я с гемом, привет, ребят. Ты сейчас умрешь же. Так, а вот с этим что делать? Ой, Альберт! Дагер, Альберт! Пидайте! Почти, Альберт, почти. Ребят, ну размены равноценные, в принципе. Мы главного керри их убили, они не отобрали нас даже гем. Главный керри? Да. Надо было подождать. Там действительно есть... Ай, еще Богдана нахуярили. Как обидно. Ой, блядь. Мервин, пойдем в пати в лесу качаться. Пошлите. Мне кажется, они уже туда выдвинулись. Да брось, я вот с Сигилем, ничего не страшно. Ты знаешь, что будет? Что? Здорово. И давай следующих еще. Пока Сигиль есть, нам нечего бояться. Кто топ зафармит, парни? Я могу. Хорошо. Следующих. Нет, может. Ладно, опасно. А вот, смотри, сейчас руну спиздим, и игра пойдет. Руны нету, блять. Плохо. Не, вообще руна была. Сверху-то? Да что внизу. Ну, так внизу, не сверху. Внизу? Ой, вот здесь внизу. Через сколько пак умрет? Да у нас сплитпуш, у нас никто не умрет. Я смотрю, ты себе классную вещь, Андрей, купил. Такой зелененький амулетик. Давно уже. Пока, блин. Ого. Так, фраг. Ребята. Богдан, и бежать. И как-нибудь. Хорошо. Там уже темпарк ТПшится, наверное. Хорошо. И отходим, правильно. Используем только магии. И никаких денежных средств, типа достов. Чё, фрагнем её? Там легко вообще. Во. Всё, можно атаковать. Хуярим, ребята. А вот как сетка вводится, парни. Вы слышали об этом аводе? Да, конечно. Да. Понял вас. Дважды, ребят. О, ага. Пак прожал, хорошо. Надо что-нибудь сделать. Мне щит дать бы. Так, жить. Линяй. Ай, бежит за мной. А братан, думаю, мне! Братан, что ты меня, братан? Лол, братан, что ты не меня похилило этого, блять, убил кого-то? Да я на тебя щит хотел кинуть, я не успел. Теперь полицейский разворот. Ага. Все, этот наш. Изи. Изи гейм. Давай, Алик, пожалуйста. Хорошо.
Давай, Алекс, спасибо. Нормально, ну, нормально. Я как-то на кнопки давить, блядь, чтобы его убить быстрее. Так, так, так. Я понял тебя, я понял, иду, иду, иду. Тот самый, снайпер. Снайпер, все, не живой. Один на двоих, тусиком. Снайпер не живой. Опа, кайт, мом. Мом не включается, бенч. Есть. Еще без проблем, без лишних проблем, ребят. Пробелом. Там... много их. Там темпларка с байбека, Богдан. Очень обидно. Богдан! До конца, до конца! Бадян, слушайте, по-моему, умирает. Не, Бадян-то умирает, но почему-то Санечек пощадил Бодю просто. У вас договоренность какая-то? Да, небольшая. Понял. Ох, Альберт! Воу. Нормально, ты все задоджил. Как следует. Все задоджил. Максим, враги не пройдут. Естественно, не пройдут, блин. Мне куда сделать. Угу. У кого там будильник? Просыпайся. Угу. Погнали, может. Неожиданно из инвиза нападем. Давай. Тусика Shadow Blade. Какого тусика? Какой Shadow Blade? Shadow Blade. Shadow Blade. Уди, 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 уди. Все нормально. А, это наш Shadow Blade, что ли? Все, вижу. Что-то сыкает на меня немного здесь находиться, там враг. Эй, команда не идет, не поддерживает. Будет, будет, подожди. Дамагер. Не блинкайтесь так, пожалуйста, очень страшно. Там ребятки Тарашана ждут. Да пускай ждут, он нам не поможет. Мы уже сокращаем преимущество по счету их и так, которое не слишком высокое. Да-да-да. Дело в том, что дед кач. И дед может убить. Угу. Это не шутка, совершенно. Ну, вообще это опасно немного. Блять. Вот, 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 вот. Нет. Все. Понял. Все. Понял. Обманщик-то какой. Вот здесь еще Андрей стоит. Что там? Что пойдем, стоит? Пойдем, пойдем, покажу, покажу. Угу. Ну все, нормально. Он думает, сейчас наставит, все будет видеть, а нам по одной голде это идет с каждого. Бизнес. Так, какие проблемы? Подождите меня! Подождите меня! Я бросили. В натуре, сори, брат. Лол, как вы так убегаете резко? Не, мне кажется, второй раз не прокатит. Почему нет? Бам! Бам! И сразу убегать на рампу надо. Весь вижен сломали. Ребят, так и делается игра. Кэрри получает фарм. Суппорт и Shadow Blade не умирают. Богдана уже Майл Шторм есть. Бах. Без паники, без паники, ребята. Накаленная ситуация в этой, да, парни? Ну, как всегда. О, а ты подойди, подойди, подойди. Поменять. Это же обычный клозик. Нашел! А-а-а, засал сразу. Не, ну, я блин, засал! Там тяжело, он под щитом и высокий левел. А вот сейчас-то, может быть, и не засыт. Ребята! Куда он делся? Сдагерился, может быть? Хорошо. Reflection. Так, ребят, плохи дела. Сигиль-то, конечно, летит, но... Так, 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 так. Ой, как хорошо-то. Банч!
Отойти, может быть, ребят? Ну такое немного, да. Ну все. Вот размены такие нам и нужны. И вижн сбиваем, конечно же. И отпушиваем. Наши уважаемые керри должны отпушивать. Это важно. Так, а еще... О, лол, я силовик. Я себе халиберду сделаю, и Санечек ничего не сможет. Угу. БКБшка-то Саня не сможет. И лол, ну БКБшку он уже начинает тратить. БКБшка, манта. Тогда снайпер ничего не сможет. Какая разница? Кто-то что-то вообще не сможет. На который СМКБ. И шпокнет. И манта не сбрасывает алибарда. Ничего манта не сбрасывает, сбрасывает алибарду. БКБ тоже не сбрасывает алибарду. Я, по крайней мере, хочу в это верить. Я боюсь. У нас и ранжевики в команде есть, так что все не так плохо. Еще тут. И этот есть. Угу. Парня, мы можем, наверное, его спасти, я так думаю, еще. А где я? Так, ребят, снайпер, смотрите. Так, ну по-моему пора отступать. Вон там снайпер сам себя убивает. Денсит, все нормально у него, он денсит, ребят, денсит. Нормально. Пахнет. Все плохо. Подо мной тусик бегает. Да лол, я суицидник, что ли? Я уже закончил под тобой бегать. Так, я надеюсь, у тебя нету там... Андрей, бей Нюкса, блядь! Какого Нюкса? Лол, ну это обман же. Какой обман? Чтоб не фармил леса, я понял на базу. Я пошел на ботекс пуличить, мне покс. Покс вообще. Так, Нюкс с Юлом. Шнайпер. А шнайпер, я так понял, хорошо бьет, да? Самое мало. Он это может сделать так, что типа кентавр танцует. Понял. Дэнсит, дэнсит. А можно урну, братан? Или похиль меня, плиз? А урна у меня нет. Так, ну шо, господа, давайте сформим свой лес, не выходим, потом убьем их всех. Ну мы не бьем Ашана. Знаю. Нужен гем подойти сюда. Какой гем? Да вот сюда надо подойти. У кого гем? На секунду. Насекомое. Опа, парни, я выбросил веточку на начале игры и поднял ее только что, прикиньте, вот нашел ее. Хорош. Это так приятно, реально. Я ее нахуй выкину и забью. Все, вижн в минусе, да. Ребят. Вижна вообще у них нету. Да, только у нас 40 трэп вокруг Рошана, парни, ну то такое, бывает. Трэпы и такое. Не страшно. Так, Бодя, а тебе не страшно так стоять? Опа, Бодя, полетаем! Карапаса нету. О, нет, карапаса нету! Воу, тимфайт! Вот, ты что думаешь, нет? Вон, давайте... Смотри, темпларку! Вон, Пако, аргумент на пол лица. Да? Я просто пойду пофармлю. Кач, пойду кач. Покачайся, да, там просто... Они за нами идут. У меня прозрение. Бодя, очень опасно. Хотя я думаю, ты знаешь, что делаешь. На какой риск ты идешь. Да они, смотрите, они суд вообще нападать. Это пиздец, какая большая ошибка. Мы же получаем артефакты. Я пиздец, с тех времен много артефактов насобирал. Ладно, короче, надо гем купить и О, у меня есть идея. Я покоплю 50 монет, вы не против на мазе? Еще одну веточку.
Вол, нихуя себе, ты меня прям в бомжи записал. За... О, вот, вот этот. Не, ребят, я пошутил. Я же пошутил. Так, ребят, на меня что-то хотят. Там хоста, хоста. Ой, хоста, блядь. Твой кентавр вместо трех тычек, по-моему. Такое тоже бывает. Че, расстраиваться нам теперь? У нас неплохие размены здесь довольно-таки. Бам-бам, всех по чуть-чуть, пацаны, качаюсь, нормально. О, нормально кач. Андрюха, когда деф-то будешь? Сейчас, уже скоро. Деф начался, Андрюх? Да-да-да. Так, а бараки у нас падают, да? Плохая, нет, плохая история. Оба барака упали, да? Угу. Да, так, пол, еще одни есть, не беда. Ну плохо, да, то ребят, есть. Плохо. И не такого выигрывал, Андрюк. Отвали. Бадыщ. Варлос панч. Жесть, Андрюха, ты пот, походу. ППЦ, Гена, пот. Так, ну все, ребят, у меня есть ключевой артефакт. Что за артефакт-то? В смысле, теперь никто не сможет бить. Воу, как больно ударил в это. Идея, и почему мы так быстро ехали? Я не знаю, мы очень быстро. Да не, мы на вольте ехали. Смотри, а вот этого если убить? Как? Не знаю. А вот этого? Ага, так, манцы, как-то манцевать надо. По-моему, лучше отойти надо. Как отойти? Так я их обманываю, ты чё? Оба! Дай, давай! Варлос панч! Дай раунд! Пух! Электрик! Барам-барам! Нет! Электрик! Ман, Витюш, не расстраивайся, бывает такое. Ты все сделал грамотно. Сори, парень, я лизнул, что-то батерфляй курица. Ой, я спалился? Ладно. Так, слышите, вот этого сейчас мы приходуем. У него этот Айгис еще. Да ладно, ничего страшного. А, он сыт, смотрите, как я обманул его. Ну-ка, гнать его! На характере! Так, а вот тут проблема возникает. Ой, там снайпер еще есть. Все, отойти, отойти, срочно. Здесь ой, наша работа выполнена. Летит. Как ты здорово сделал. Там он продолжает за преследование. Парк тоже здорово бежит, да? Так, хорошо-то как. И вот это вот. Опа! Электрик. Альберт, фарм оставляю. Так, Альберт, ну Альберт такой хуйню не взять. Понял. Это просто изи для Альберта. Для Альбертучо. Альбертучо. Так, ну и что это такое? Что это? Ну-ка убить. Как больно-то? Да я же нажал же гост, ну что за хуйня, блядь? Ах, ай-яй-яй. Пацаны, а там хем. Хем взяли? Найс. Найс. Хем, хем, ребята, хем надо взять. Все, кажется, это конец. По-моему, конец. Да. Отличная игра, ребят.
Хотя, смотрите, ребята ошибаются. Если они умрут, у них не будет байбеков, у нас будет возможность сломать трон. Ты про наших ребят, если они умрут. Так, бесполезный просто халибарда на... Ах... Ладно, в этот раз вы победили. Как мог. В этот раз вы победили. А меку на парцера быстренько купить, типа я был нюксом, типа, который вот прям вот 6 слотов. Суппорт? Две, я успею? Ой, Андрю, хотел меня? Ну хотел? Да, на парсер, хотел? На парсер. Я типа был контр-нюкс. Я понял. Ох. Ребят, КГВП.